відкрита трибуна. Чому чоловіки захоплюються риболовлею? Как бы, скажем так, я не заядлый рыбак, но иногда бывает выхожу просто отвлечься, просто отдохнуть, просто послушать птичек, природку. Ну и возможно что-то словить не без этого. Ну потому что это как хобби, увлечение, не знаю, отдых в то же время. Удовольствие какое-то для себя. Наверное, потому что того, чтобы уйти от своих жен, выпить, посидеть себе прилично и половить рыбу. Я думаю, это мужское дело. И каждый мужчина, уважающий себя, я думаю, будет заниматься рыбалкой. Лишь мужчине по силу вытянуть ту рыбу, которая находится в пруду или в море. Відкрита трибуна.